погоне за выгодой, теряя здравый смысл. Настоящие распродажи с 70% скидками появились в Благовещенске всего несколько лет назад. Мы спросили, ради чего благовещенцы ходят на распродажи и умеют ли правильно выбирать вещи со скидками. Например, есть вещь за 900 рублей. Можно подождать буквально пару-тройку месяцев, взять ее за 300, например. Ну, логично взять летнюю вещь зимой за 300 рублей. Ну, экономия такая ощутимая, скажем так. Отдали около 5000, но вещей много взяли. Честно, я вот первый день, так у меня получилось выйти в магазины, так что вот первый день и сразу решила все много-много взять. Скидки до 50%. Выгодно очень покупать сейчас, конец сезона, на следующий год можно.